Сверхмобильный бетонный завод «Мобил-20» значительно превосходит по техническим параметрам своих иностранных собратьев. Это показательно видно на сравнительном примере. Первое. У импортного завода бетоносмеситель устаревшей конструкции с вертикальным расположением вала. Такие смесители очень дешевые, однако менее надежны и не обеспечивают быстрый и качественный замес. У «Мобил-20» от завода ЗЗБО бетоносмеситель принудительного типа с горизонтальным расположением вала и элемента из износостойкого чугуна, броня, лопасти и спицы. Второе. У импортного завода бетоносмеситель устанавливается на тензодатчики. Большая погрешность, недопустимая для производства бетона, по ГОСТ 74-73-94. При работе бетоносмеситель вибрирует и передает все удары и толчки на тензодатчики, что мешает точному замеру веса. У «Мобил-20» от завода ЗЗБО дозирование компонентов щебня и песка происходит только на подвесном контейнере, который находится в неподвижном независимом состоянии. Только тогда вы сможете добиться точности дозирования, необходимого для производства бетона по ГОСТ 74-73-94. Третье. У импортного аналога для воды и химии ставят так называемые насосы-дозаторы, что тоже недопустимо, не обеспечивают скорость и точность дозирования. По ГОСТу 74-73-94 допускается дозирование воды и химдобавок только весовой, расположенный на тензодатчиках. У завода «Мобил-20» объемное дозирование допускается для установок менее 5 кубов производительности. Все дозирование должно быть только весовым на тензодатчиках. Четвертое. Бункеры у конкурентов импортных аналогов загружаются только с двух сторон. Это ограничивает установку завода и существенно замедляет скорость работы завода, а значит и производительность. Возможности завода также ограничивает меньшая вместимость бункеров и увеличенная высота загрузки. У завода «Мобил-20» в нашем случае бункеры объемом 8 кубов, удобны для загрузки. Их ширина почти 3 метра, высота загрузки 2,8 метра. Очень широкие и с низкой высотой загрузки. Но самое главное, загрузка осуществляется с одной стороны погрузчиком. Пятое. Смесь и цемент в дозаторах импортных аналогов взвешивается в работающем смесителе, что никак не соответствует требованиям ГОСТ и ведет к некачественным бетонам и перерасходу цемента. У завода «Мобил-20» все дозирование только весовое на тензодатчиках и может быть независимым от работающих элементов, которые мешают точному взвешиванию. По всем этим параметрам видно, что завод «Мобил-20» сделан для более комфортного управления, точности в замерах, а соответственно, более высокого качества производимого вами бетона.